Хай! Макс генератор идей приветствует тебя. Давно у меня не было идей толковых. Ну, так уж. Она такая фортуна приходит изредка. Вот сегодня 31 марта 2019 года мне посетила гениальная идея. Даже, можно сказать, ночью я задал вселенной вопрос. Как же, блин, голосовать надо? Вот. Хочу предложить идеальный вариант для всего мира подойдет. Вот. Так как мы все привязаны к мобильному телефону, все абсолютно люди привязаны, даже бабушки, дедушки, пенсионеры, блин. Вот. Ну, те, кто, у кого нет телефона, обязательно, чтобы у каждого был телефон. Маша, тот, кто может голосовать, у них у всех есть телефон, у меня есть телефон, вот. И вместо вот этой всей бюрократической системы, блин, тупо через СМС голосовать и анонимно, немного со временем, и никакой бюрократии, и никто из кандидатов не сможет воспользоваться всякими махинациями. Отличная идея. Музычка моя, кстати. И вот это, кстати, залипашка. Я придумал тему. Так. Вот. Все. Черновик. Вот я. Голосую по мобильному, анонимно и в ногу со временем. Вот. Вот. На аватаре увидишь. И получается, раз, одним нажатием клавиши всем кандидатам вводится в базу все вот эти самые, ну, все. И по тарифам уже оператора человек пишет, значит, присылает тебе смс, голосуй за своего кандидата. Список кандидатов и написано, ставь галочку напротив своего кандидата, то есть пишешь, знаешь, как, значит, так пишешь, там вот, например, там, я не буду называть фамилии, ну, вы поняли, да, ну, сейчас кандидата нету такого, как, ну, не знаю, не буду называть, черт его знает, ну, скажем, Хайло, о, Хайло, нету ж такого, я думаю, кандидата, вот, например, пишешь, вот, там, номер, там, ноль, например, Хайло. И отсылаешь, пишешь 0, Хайло. И отсылаешь туда. И все, и ты, получается, проголосовал. Не надо вот это так не ходить, и людей нанимать, блин, вот это деньги, все вот это, на эту всю херню, вот эти бумажки. Это все прошлый век, блядь. Это бюрократия, нахуй. И коррупция сама по себе исчезнет. Вот. Мобильная связь. Идеально. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, включай колокольчик, покупай у меня аудиодиски, я пишу музыку уже более 30 лет, ну да, в этом году уже 30 лет исполнилось, да, на аудиодисках и на аудиокассетах. Пока-пока.